Собака по кличке Баннер обладает золотым сердцем и нежным характером. Она не только надежный помощник своей хозяйки, у которой проблемы со здоровьем, но и спасает животных. Хаски Баннер уже три года. Она живет в Суитне. Хозяйка обучила собаку не только оказывать помощь, но и многим другим вещам. Она предупреждает не только об эпизодах посттравматического синдрома, панических атаках, приступах мигрени и необходимости приема лекарств, говорит хозяйка. Мы помогаем многим животным, но Баннер очень любит котят. Два года назад я впервые выкормила из бутылочки кота, которого она нашла в канаве. Теперь он живет с нами, но за несколько лет Баннер спасла не меньше десяти пометов брошенных котят. Но такое она нашла впервые. Знакомьтесь, это баннер хаски с золотым сердцем. Собака-помощник нервничала, она услышала, что в лесу происходит что-то странное. Собака привела хозяйку в укромное место, где стояла запечатанная картонная коробка. Внутри лежало семь брошенных слепых котят, которым не исполнилось и дня. Кто-то спрятал их в картонную коробку, плотно закрыл и бросил умирать вдали от людей. Эти люди надеялись, что крохи погибнут и их никто не найдет. Это просто чудо, что Баннер смогла узнать, что они там. Котята сильно замерзли и ослабли. Они тихо ждали своей участи. У малышей даже не было сил пищать. Мне больно от понимания, что это дело рук человека. Это так жестоко и бессердечно. Хаски не отходила от котят. Она любит их, словно это ее щенки. Это потрясающе, говорит Уитни мы подыщем котятам хороших хозяев. Благодаря баннер эти крохи выжили и смогут найти любящих хозяев. Хаски оказалась добрее и человечнее хозяина кошки, который бросил беззащитных малышей умирать.